А джет есть. Медикс тоже хорошо. Мины не хочу. Спасибо тебе, средь. Спасибо, брат. Спасибо. Так, еще, чтобы прям... Вот я не знаю, чтобы винт просто лежал вот такой... Больше нет, походу, все забрал. Да, маленький, совсем нет. Ладно. Дополнительные деньги. Хотя зачем? Я не понимаю этого, меня не вштыривает брокколи. Дело. Все, следовать. Они ж полные, отстой. Ты со мной, да? Все нормально. Так. На стриме у Феликса видел, что рассчитываю. Поэтому для меня это не дьявола. Два школьника просто вот. Два школьника с Твича пришли. И просто... Спасибо, что... Где там еще какие-то причины есть? Что за бред? Забрать плату за убийство. Зато винт. Эх, черт, я тут вспомнил. Там, короче, есть топовые плавки, я вспомнил, которые идеально бы сердят спецом, потому что ты их не найдешь. Это потому что мой отец, мой сын, точнее, место. Что могу сделать? С Кюри. Кюри робот, она вообще полноценная препятствий, но. Видишь, это нельзя делать. Нет, тут ничего. Дальона, походу. Ковская римовских все равно у меня такая бина. Мне и нравится Нью-Вегас. Первое прохождение, то есть... Я немного там переборщил, убиваю. Мне стало интересно, что будет, если его камеру открыть. Ну, как ты понял, да? Нью-Вегас намного. Я бы сейчас... Я ничего не прочел, на самом деле. Люди говорят мне. Один Дэнс, наверное, пишет мне донат. Спасибо за 180 рублей паладину Дэнсу. Так, нет-нет-нет, это шмотничество дурацкое. Здесь был еще один, как это... Я был. Спутница, ну это пошловато. Я для Кюри оставлю. По идее, не улетит. С двух. Роботами и синтами. Здесь и то, и другое делается, да? В центре событий. Тут есть робот, который... Построй свой концлагерь. Я думал об этом. Это была... Но я хотел, короче, набрать одежду всяких бомжей.